Здравствуйте, ребята! На канале My Little Nastya. И сегодня у меня новая кроватка для куколы. Сегодня мы открываем вот такую двухъярусную кроватку для кукол. Еще есть лестница. Куколка у нас Бэби Борн Эмили. Фея. Вот такая фея у нас красивая. Маленькая. Переоденем ее в новый боди. И убаюкаем в новой кроватке. Давай же быстро распаковывать. Ну, давай. Какие там же детали? А сейчас откроем и посмотрим. Ну, ладно. Кровать для одного малыша, для второго. Да. Лесенка. Маленькая лесенка. Так, открываем. Давай. Посмотрим. Скотч. Скотчик. Тик. А потом будем взять ей нашего ребенка спать, да? Да. Потому что она хочет спать. Так. Вот так идут лады. Инструкция. Будем смотреть. Как нам сложить нашу кроватку? Да, я достаю. Какие это детальки? Ну, это все надо долго собирать. Собираем. Это у нас лесенка. Да, потом понадобится. Так, смотри. Стеночка. Сердечко здесь. Да. Я знаю, это уже матрас. Так, держи. Держу. Эту давай. Детальку нам сюда вниз. Давай, давай. Оп. Так, все. Вот. Тоже вниз. Вторая сторона. Теперь. У нас будет настоящая кроватка. Кроватка для куколки. Так. А потом матрас. Это матрас еще рано. Вот второй бортик. Еще немножко, и кроватка уже сложена. Да. Вот такой бортик, чтобы куколка не упала с кроватки. И чтобы не плакала. Да, чтобы не упала, не плакала. Так. А потом матрасики. Ставим еще такие полочки. И можно ставить матрасик. Все. Все. Молодец. Второй этаж уже готов. Давай еще первый. Угу. Ставим палочки и матрасик. А потом будет лестница. Молодец. Первый ярус и второй. Да. Такой бортик надежный, куколка не упадет. Осталось лесенку. Это будет. Все? Да. Прикрепили лесенку. Вот и кроватка готова. Мама, смотри, здесь подушечки. Подушечки мягкие. Давай эту нам сюда. А эту
крышечку вот сюда. Вот так. Все, кроватка готова, можно уже ложить наших малышей. Давай. А вот и мой малыш. Смотри, наша Эмили, какая у тебя новая красивая кроватка. Ее очень нравится эта кроватка. Давай нашу принцесску, нашу фею переоденем в вот такой бодик. И она будет настоящим малышом. Давай. Берем веселку. И берем куколку. Да. Смотрите, какая корона у нее. Ободочек снимаем, крылышки и платье. Конечно, все надо снимать. Сейчас туфельки. Раздуваем нашу куколку. Так. Туфельки такие красивые. Тоже с бабочками. Съехала. Все, малыш-галыш? Малыш-галыш. В трусиках. Трусики оставляем и одеваем вот такой новый бодик. Заберу отрезы. Одеваем. Эмили, понравится новая одежка? Да, очень. И одежка, и кроватка. А потом покушаем. Так, куколку ложим на спинку. Смотрите, еще здесь. Еще здесь и на слепучке. Готово. А теперь будем кушать. Ну давай, будем кушать. Покажите нам свои обновочки. Ой, какая красивая! Пупсик Эмили? Да. Мама, мама. Давай это все вешалку сложим. Давайте. Мамочка аккуратно, я все сложила на вешалочку. Смотрите, как само платье. Это вот сюда. А сейчас я приготовлю кушать. Ну давай, мамочка. Это с розочкой помешать. Смотрите, как получается. Молодец, хозяюшка, такая каша красивая. Да. Наверное, вкусная-вкусная. Готовлю сосиски. Такой сытный обед будет у малышки. Насыпаем тарелочку и будем уже кормить куколку. Как мамочка я настоящая. Конечно. Такая заботливая хозяюшка. И поехали! Давай кушать мамину каску. Ой, как вкусно сейчас будет! Попробует. Эмили уже не может дождаться. Ням-ням-ням-ням-ням. Это очень полезно. Ням-ням-ням-ням. Скусала. Молодец. Протрем салфеточкой. Наша Эмили аккуратная девочка. А,
А теперь попьем водички. Ой, какая вкусная водичка. Эмили хорошо покушала, попьет водички и будет спать. Все. А теперь заходить на горшочек. Эмили, надо сходить на горшочек? Да. Потому что она попила водички. Надо сходить голосок. Вот пупок. И сидит. Получается? Да. Наверное, уже все. Ну все? Умничка, девочка. Да. Застегиваем бодик и ложим спать. Мама, смотри, она сходила на горшочек. Какая умничка, покушала. Сходила на горшочек. Ну как, по размеру подходит кроватка? Да. В самый раз. Надо еще ее укрыть. Ну давай, чтобы она не замерзла. Да. Какое красивое покрывалка, Маша и медведь. Красивый розовый цвет. Ну все, наша Эмили уже спит? А кто же там будет у нас спать? Пони. Вот она. Вот наша пони составит компанию Бэби Борн Эмили. Да. У нас там красивая подушечка. Красота. Угу. Настины любимые игрушки уже уснули. Угу. Настя такая хорошая хозяюшка. Обед приготовила, деток накормила, уложила спать и будет отдыхать. Ребята, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.